Всем привет! Я продолжаю играть в игру Match Dragons, Соедини драконов. И сегодня снова я хочу пойти дальше проходить уровни. Итак, на пути у меня берег заклятий 7. 5 кубков надо, чтобы в него играть. Ну, давайте начнем, посмотрим, что он из себя представляет. Вот такой один остров. Я вижу, тут есть и пещеры зомблинов, и сами зомблины, и яйца. Один дракончик у нас точно будет. И вон еще гнездо я там вижу подальше. Давайте смотреть. Для победы нам нужно создать восстановленную статую Геи. Звезды. Создайте могилу Корвина. Создайте большая упавшая звезда 2 штуки. И исцелите всю землю. Ну что ж, давайте начнем. Вот вызовем первого дракончика. Можно скушать деревце. Получить дрова из него. Вот. Еще дров нам надо будет. Их надо разобрать. Вот так вот. Вот, смотрю, сундучок можно применить сюда. Так, вот одни дровишки у нас. Тюнш-тюнш, есть. Отлично, нам бы вот куда-нибудь его... Так. О, дерево нам дало травку. Из нее получится у нас призменный цветочек. Прорастет. Так, а куда нам применить пузырик? О, у нас тут и летают, я смотрю, пушинки. Это хорошо. С пушинки мы получим цветочек. Так, вот тут вот у нас есть еще... Так, дровишки. Одна, давай. Вот листик у нас тут освободился один. Пускай прорастают пушиночки, чтобы могли сделать цветочек. Вот еще призменная травка будет. Некроманская травка даст призменные семена. Вот они. Так, еще дров мне надо чуть-чуть. О, летят пушиночки. Соберем их. Их можно прорастить, а можно соединять, в принципе. Если пушинок достаточно, то вот можно их посоединять на самом-то деле. И сделать первый цветочек. Сейчас я сделаю первые цветы. Вот. Так. И начнем освобождать другие клеточки. Так, трава еще надо было бы подсобрать. Один дракончик бедненький, приходится его напрягать везде. И туда, и сюда ты нужен нам. Вот, давай, разбери дрова. Нам дрова нужны будут, чтобы гномиков получить. Видите, у нас там кустик на земле закрытый. Кустик на закрытой земле, следовательно, нам нужны трава еще. Нам нужны гномики, чтобы эти кустики вообще получить. Вот это деревце еще тоже нам надо разобрать. Да-да-да. Иначе мы не откроем. Так, и звезда одна сюда. Как нам звезды создать? О! Полетели, смотрите, такие листья тоже осенние. Так, а нужны ли нам будут цветы? Я смотрю, нет, особо не нужны. Так, вот еще дрова нам. Есть. И еще нам нужны дровишки. Вот листик я вижу. Тринш. Вот один росточек. Вон второй росточек я вижу. И третий. Вон листики летят. И пушиночки. Листик нам нужен. Так,
Трава. Тут еще одно дерево я вижу. Вот, надо будет его тоже собрать. Вот его освобожу в первую очередь. Вот так, еще один сундучок. Листик. Есть росточек. Вот деревце у меня появилось. Попробуем пещеру открыть. Вот, вызовем первого зомблина. О, какой зомблин большой. Зомблина, пожалуйста, вначале. Вот его 12. Надо, чтобы нам цветочек не заморотил. Нам клеточку заморозит. О, еще один зомблин вылетел. Вот они сейчас делов наведут. Полетел туда. Ну, полетел такую клетку заморачивать. Вот какой сундук с него получился. И этого зомблина надо. Клетку заморозил нам одну. И сундук такой. Вот, во, все, готов. Так. Дерево давайте дособираем. У меня пока две могилки только. Вот. Вот еще один цветочек. Давайте, давайте, работаем. Надо вызвать нам гномиков. Вот второй цветочек. О, зомблины пооткрывались. Листик еще один. Вон там они. Во. Еще одно деревце я получила. Вот вопрос, как мне звезды получить? Это только те, которые прилетят. Звезды можно получить. Создайте могилу Корвина. Создайте большая упавшая. А, одна звезда соединить будет. Чтобы только их соединить, нужно их где-то получить. О! Есть дрова. О, наконец-таки я создала дрова. И вот у нас такой домик с гномиками будет. Вот. Видите, кустики он дает. Вот мне туда кустики как раз, наверное, нужны будут. Есть сундук. Решила зачем-то его открыть. Вот еще один цветочек в нем есть. Так, ладно, давайте будем получать. Не знаю, что нам трава. Так, еще листики. Так, 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 еще пещеры нужно. Мне нужны пещеры. Вот такой цветочек надо получше сделать. Вот. Вот так вот. Вот такого зомблина я смогла сделать. Вот.
помочь ему немножко. Вот так. Так, могилку мне нужно было создать. Вот, могилка, первая звезда сейчас прилетит. Вот. И эти звезды мне надо соединять. Вот одна звезда. Вот вторая звезда. А, мне надо звезду еще одну достать. Чтобы достать звезду, нам нужно... освободить еще вот эту пещеру. Вот эту. Вот выйдет такой товарищ. Клеточку нам заморозил. Хулиган такой. Сейчас мы друзей вызовем. Покажем тебе, где раки зимуют. Вот у нас гнездо открылось. Еще два друга у нас. Мне нужна вот эта трава, что проросла. Есть. Сундуки вот такие. Так. Мне нужна еще одна. Еще одни семена. Чтобы проросли. Кустики я уже добыла. Так, так, так. Вот тут надо еще открыть. Вот этого зомблина появится. Вот еще один сундучок. Вот сюда можно его подставить. Вот так. Посмотрим, что в нем. О, сверка хорошая. Звездочку главное не открывать. Вот еще зомблин сейчас будет. Пусть хочет меня заморозить. Еще одну травушку я нашла. Так, тут один вот кустик. О. А, деревце надо будет открыть сейчас. Вот еще один. У меня одно такое дерево уже есть. Вот оно. А может его просто... Сейчас. Так, травка еще не проросла. Да, мне нужны вот цветочки, кирпичики. Кучка кирпичей. Я жду, пока у меня семена прорастут. Некроманские вот эти вот призменного цветка. Так, и можем открывать дальше территорию. Что у нас тут? Росточек. Деревце. Оно все открывается. Мне только нужно прорастить семена. Можно все эти сундуки открывать, кстати. Немножко брать. Вот еще травушка. Вот я могу тогда семена соединить, не ждать. Если у меня их стало много, вот так вот. Вот тут освободится сейчас еще одна звезда. Вот, теперь мне нужно их соединить.
Есть. Вторая звезда прилетит. Вот она. И даже мне не обязательно были вот эти травы. Теперь мне осталось только открыть вот еще одну всеземлю. Остановить. Там мне нужно просто сферки нужны. Все можно понасобирать. Вот. О, вся земля исцелена. Еще одна звезда. Жалко только, что она простая звездочка. Не фиолетовая. Ну, разберем. Получим монеточки. И все, в принципе. Все. Подождите, что нам еще осталось? Создайте две упавшие звезды нужно было создать. А как же две надо было создать? Я что-то пропустила. Нужно было две упавшие звезды создать. Ну ладно. На две звезды я прошла этот уровень. Но, тем не менее, пошли посмотрим. Здесь можно ТПР в виде медведя купить за 99 самоцветов. Монетки, росточек. Такие призы плохие. Бывают интереснее призы. Что-то берег заклятия какой-то такой. Следующий. Так, я посмотрю, здесь нету ли секретных комнат. Нет, секретных комнат нету. Следующий будет берег заклятий 8, который требует у нас 3 кубка, чтобы в него играть. У нас 2. Ну что ж, оставим тогда его на следующий раз. А пока всем пока-пока. До свидания.